Спектакль «Мальчики» скоро будет сдан. Ставит его Валерий Саркисов. После долгой паузы репетиции наконец-то возобновились. Во время самоизоляции режиссер не стал проводить их дистанционно. Да и как возможно играть, когда эмоции только на экране? Нельзя скорректировать взаимодействие артистов или, например, попросить кого-нибудь сделать музыку потише или наклонить осину, когда раздается выстрел. В целом получается то, что нужно. Валерий Саркисов доволен. Я хочу просто всех похвалить, они помнят все. Тут самое главное – действующие лица все молодые. Вот это главное. Вот это правильно. Нежное название и сложная история. Мальчики должны были быть готовы к 9 мая. Это постановка о вчерашних школьниках, находящихся на войне. Они проходят обучение в карантинной роте 21-го сибирского стрелкового полка. В основу лег роман Астафьева «Прокляты и убиты», напечатанный в постсоветское время. Помню, что ты герой, что тебя вся армия любит. Помни и живи. Павел Ушаков признается, в летнее время не то настроение, чтобы играть такой серьезный спектакль. Но когда все артисты собираются на сцене и начинают играть, то внутри появляется дрожь. Репетиции проходят с замиранием сердца. На самом деле спектакль, который мы ставим, он очень человечный. То есть эта история не столько про войну, а история про людей, которые просто шли и воевали. Предполагается, что премьера «Мальчиков» пройдет в сентябре. Дарья Кульбакина, Виталий Кудрявцев. Время новостей.